Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, товарищи! С вами Холдейб, и мы продолжаем наше приключение в немного шизофреническом и жутком мире. Привет, Шарлотта! Продолжаем наше путешествие. Теперь надо понять, что мы будем делать. Внимание, опасайтесь трех глаз. Теперь нам надо понять, о чем мы будем делать. Шарлотта выкалывает глаз двери. Дверь открыта. Вот он, наш дорогой лабиринт. Похоже, что кто-то все еще должен пойти посмотреть, что там впереди. Феликс остается или Шарлотта остается? Феликс, давай. Оставайся здесь и жди, я найду выход. Если со мной что-то случится, по крайней мере, у тебя будет шанс сбежать. Ты нелогичная. Возьми это. Так ты на всякий случай. Хорошо. Получен медицинские ножницы от Феликса. Хотя боюсь, что Сет заставит меня выбросить их при первой же возможности. Я скоро вернусь. Увидимся позже. А, да, мы же, кстати говоря, мы же управляем ей. Да, и она это осознает. И по факту мы можем легко сейчас ее лишить оружия, просто потому что захотим увидеть ее смерть, как какой-нибудь жестокий. Мать вашу, что ж это за говно такое? Боже мой. Что происходит? Я не знаю, я просто иду хрен знает куда. Повезет, не повезет, хрен его пойми. Тут, кстати, шанс просочиться. Лишь бы не попасться ей на глаза. Блять, это пустота. Уходим. Быстрее, 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 быстрее. О, сохранка. Кстати. Сохранянка, сохранялка. Вот так сохранились. Давай, кажись, мы близко. Да. Да, мы близко. Что это? Шиха. Это игра в крестики-нолики. Уже кто-то победил, и как-то довольно быстро. Да, ладно. Ауч. Чего? Играть. А, подожди секунду. Wait, no. Блин, я случайно. Тихо. Так. Главное меню, нафиг. Ядрить-бодрить. Так, сюда. Так, вот мы на месте. Это что значит? Это крестики... Блять. Да что ж такое, я идиот. Подожди, просто будем аккуратно с ходьбой. Нафиг, а то умирать так слишком не очень. Крестики-нолики. Тут все зачеркнуто. Сюда нельзя, сюда тоже нельзя. И получается, все эти клеточки закрыты для меня. Выход. Бля, подожди. Твою мать. Так, продолжаем. Так, я так понимаю, это бесполезно. А! Посмотрите-ка, подожди-ка. Кажись, там подсказка есть. Надо внимательно посмотреть. Подожди, передняя, значит, кнопочка не убивает. Передняя не убивает. Это почему? А почему она не убивает? Это крестик. Нас пропустили, кстати. И что это значит? Вот теперь попробуй понять, что это за говно. Где мы находимся вообще? Что происходит? Так, я вернулся. Сорян. Я пошел попить воды. Я, к сожалению, сегодня у меня воды нету. Думаю, вы заметили, я перестал пить.
А теперь, я так полагаю, нам надо просто наугад выбирать дверь, а? Просто я не понимаю. Убумс. Эмма, где мы? Эта дверь пустая. Ням, ладно. Минус дверь. У меня такое чувство, будто я здесь трачу время. Интересно, в порядке ли Феликс? Мы оставили его совсем одного. Я тоже волнуюсь. Как и ожидалось от беспокойного Сета. Давай поторопимся к нему. Конечно. Так, значит, все? А как нам выбраться? Ладно. Нас попросили... Блять. Даже не успел, блин, я забыл. Дурак. Ой, блин. Так. Главное меню. Загрузка. Так, и дальше. Так, значит, ему эта дверь подходит. Так, я понимаю. Погнали. В этот раз будем аккуратно. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Теперь надо каким-то образом выбраться из лабиринта. Теперь нужно каким-то образом выбраться из лабиринта и не попасть с трехглазым монстром. Попытаться, по крайней мере, не попасть с этим долбанным трехглазым пидорасом. А! Сука, все равно сожрали. Да что ж такое? Пидоры. Ладно. Кстати, если я выберу. А при любой двери он будет? Так, теперь давай выбираться отсюда. Надо попытаться вернуться к нему. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, погнали. Теперь надо каким-то образом выбраться и не попасться этим долбанным пидором. Надо понять, куда нам идти. Вон туда, кажется, нам надо. Надо каким-то образом обойти эту долбанную дрянь. Блять, все равно попался. Да что ж такое, надо было сохраниться, блин. Так что больше постоянно не делать этого. Давайте я сейчас нафиг. Поскорее сейчас. Идем, давайте в нижние двери, плевать уже в какие. Просто в нижние двери. Побум-побум, прошлись, так, все. Так, все, погнали, давайте сейчас сохранимся нафиг уже за пределами этой долбанной комнаты. И будем пытаться выбраться. Не знаю, каким образом я вообще смог с первого раза... Блять. Какой же я идиот. Вот я и когда не забалтываюсь. Ладно, все, давайте сконцентрируемся наконец. А то это уже мне надоедает. Удивлен вообще, каким образом у меня получается сделать вышеперечисленное. Как я вообще с первого раза смог пройти этот долбанный лабиринт, ни разу не сдох. Я не тренировался ничего. Я делал это просто наобум. Все это я делал чисто наобум. Вот наобум. Так, вам пошли, давай быстро сохранимся у телека. Так, сохранку делаем. Давай сохранку. Пересохраним третий файл на всякий. Надо теперь каким-то образом попасть к Феликсу. Так, тут тупик. Тут тупик. Тут тоже тупики. Нет, тупики, тупики, одни тупые тупики. И где там этот Феликс? Феликс, ты где? Блять, это тоже тупик. Твою мать. Блин, а я забыл, каким путем вообще сюда мы прибыли. Трёхглазые твари. Ладно, придется отсюда выбираться. Так, ну хоть преодолели часть этих монстров. Блин, да что ж, даже где мы? Надо каким-то образом двигаться в сторону Феликса. Вот сюда, кажись. Феликса здесь нет. Почему это нафиг? Выходим.
Дверь наполовину открыта. Открыть дверь, да? Да ну нахрен! Чего? Да вы, блядь, издеваетесь? Мы, блин, он серьезно сдох. Блин, серьезно? О. У крольчонка Питера сидела муха на носу. У крольчонка Питера сидела муха на носу. Мне всегда было интересно, что у кроликов внутри их животиков. Я так удивлена. Это был не хлопок. Я... Бедный Феликс. Да, только, блин, только не говорите, что он, черт тебя дери, его уже не вернуть. Я боюсь, меня YouTube это не пропустит. Я опоздала. Девочка приближается ко мне, бросив мальчика как игрушку, которой она потеряла интерес. Ну, здравствуй, дорогой гость. Девочка прикасается к моей щеке своей окровавленной рукой. Почему ты такая грустная? Болит где-нибудь? Иди сюда. Я спою тебе песню, поднимающую настроение. Боль, боль, уходи, в другой день не приходи. Бежать. Что насчет Феликса? Нам придется уйти без него. Только через мой труп. Брось это, он даже не человек. Что ты такое говоришь? А, поняла. Нам просто нужно переключить канал, чтобы все стало в порядке. Эй, с кем ты разговариваешь? Тут нет никого, кроме меня. В следующий же момент девочка посмотрела на меня, как будто она видит меня впервые. Давай поиграем в прятки. Я закрою глаза и досчитаю до 16-60. И убедись, что нашла хорошее место, чтобы спрятаться. Или же тебя поймают. 1, 2. Блять, а как спрятаться-то, сука? Бегом! Здесь некуда прятаться. Где ты? Я не хочу, чтобы ты меня выпотрошила заживо. Пожалуйста, прошу, убей меня до того, как это нас сделает, Сет. Умоляю тебя. Ни за что. Тогда я сделаю это сама. Шарлотта использует ножницы на себе. Удар, 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 удар. Чайная комната. Время вечернего чая с человеком-зонтиком. Какого хрена? Чё за хрень? Блять, Феликс сдох, Шарлотта, блин, померла, и чё это такое нахрен? Еще такая юмористическая музыка, блин, как из этой комнаты, блин, как будто ты в немом кино сидишь. Отлично, блин, просто отлично, великолепно. Что дальше? Мясо еще не сгнило, но тело пустое. Еще одна неприглядная смерть. Это нехорошо. Ты не только провел девочку по ложной дороге, но и полностью потерял контроль над ее действиями, и она тобой манипулировала. Не могу поздравить тебя с таким смущающим концом. Я глубоко сожалею за моего несоответствующего для кукловода поведения.
Таким образом, я прошу вас дать мне еще один шанс. Довольно дерзкая просьба, дорогой мальчик. Но я выполню ее. Смерть может быть довольно забавной. Попробуй столько раз, сколько захочешь. Подожди. Секундочку. Это типа концовка была? И чего? А как я должен все изменить? Ой, блин, как же бесит это. Постоянно пить приходится. Так, подожди. Получается, это концовка, если мы... А что, если я Феликса оставлю? А если я Шарлотту оставлю в этот раз? Ясно. Шарлотта останется. Я подожду здесь. Конечно же, ты не пойдешь в одиночку. Мой кукловод пойдет с тобой, чтобы подстраховать тебя, верно? Верно. Я знала, что ты поймешь. Просто будь осторожна, возьми это. Так, на всякий случай. Получены медицинские ножницы от Феликса. Хорошо, увидимся позже. Я надеюсь, я не увижу его убитую Шарлотту, нахрен. Так, теперь нам надо каким-то образом выбраться. Давай теперь, как обычно, по той же дороге попытаемся пробраться. Только аккуратно, 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 медленно, медленно. Аккуратно, 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 пробираемся, пробираемся по этим долбанным проходам. Пробираемся вот так, кажись. Так. Так. Вот тут, получается, крестики-нолики. Так, там, кажись, все точно так же. Да. Да. Подожди. А, да, вот так. Что-то не так. Подожди секунду, я проверю Шарлотту. Хорошо. Чего? Привет. Блин. В этот раз все вышло как-то чересчур быстро. Ну ладно, давайте дальше. Все-таки время еще не истекло. Разве не опасно маленькой девочке бродить тут совсем одной? Я жду, когда мои друзья вернутся ко мне. Неужели? Ну, очень жаль, что они не успеют вовремя, так как ты встретишь свою смерть через 10 минут. Это было бы нехорошо. Зато уволит, если я умру, а его не будет рядом. И это все? Я не хочу никому причинять проблем. Ну-ну, ты хороший ребенок, не так ли? Но Феликс, с ним все будет в порядке. Боюсь, он умрет вскоре после тебя. Однако есть один способ спасти твоего друга. Человек в маске шепчет что-то Шарлотте. Все в порядке? Поняла. Даже хоть ты и не согласна с моими методами, это единственный способ спасти его, верно? Я слишком слаба, чтобы сделать что-то в одиночку. А, подожди, это мужчина. Блин, а я девичьим голосом пытался это говорить. Мужчина гладит Шарлотту по голове. Не вини себя ни за что, дитя. Не вини себя ни за что, дитя. Но тогда... Подожди, это что-то нехорошее. Блять, неужели она сейчас помрет? Быстрей. Быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей. Не нужно возвращаться прямо сейчас? И что такое? Я тут только трачу время. Веди меня обратно, пожалуйста. Конечно, один момент. А-а-а, человеческое тело. Человеческое тело. Такая хрупкая вещь. Я не могу просто извиниться, если случайно сломаю его, верно?
Ну тогда, что у нас тут? Хм, весь этот мусор не годится. Ножницы? Неплохо, но и не самый лучший вариант. Какая жалость, что я запачкаю это прелестное платье. Привет, хочешь поиграть в прятки со мной и моими друзьями? Видишь ли, мне правда скучно. Верно, давай сыграем в игру. Нет, ничего хуже скуки, не так ли? Ха-ха, открой свои глаза. Вот и ножницы. Бля, молодец, я похлопаю, нормально. Ладно, мужик, ты нормально, хотя бы эту тварь зарубил. А? Ой, мы выпад... Кто? Что я? Я просто должна переключить канал, чтобы все стало в порядке. Верно? Эй. Ёпта. Да что ж это за хрень? Все умирают. Не делай из меня убийцу. Блять, надо возвращаться. Бырей! Бырей! Быстро, 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 быстро! Бля! Пожалуйста, только не говорите, что мне придется сейчас перезапускаться. Сучка. Так, погнали быстро. Блин, шифтом может. Во! Shift забыл, у нас же shift есть. Нахрен. Так, это мы уже все видели. Давай я все это пропущу. Подожди, а эта девчонка ведь раньше нам помогала. Она ведь, блин, спасла Феликса в первый раз, а в следующий она его убила. А, ясно почему. Или подожди, или она не библиотекарь? Это не библиотекарь, получается, был? Там как это звали? И давай я лучше сохранюсь, чтобы... Если что, уж начинать с этого момента, где мы сейчас бежать будем. Блять. Вот именно поэтому, блин, опять я задел эту долбаную, блин, кирпич. Отлично, что радует, что хотя больше не надо будет делать все это зазря. Так, теперь... Ой, да вылази. Так, теперь надо каким-то образом пробраться обратно. Мимо этих тварей. Так, куда нам надо? Так, это пустое место, это бесполезно. Быстрее, быстрее, быстрее наверх. Шарлотты здесь нет. Шарлотты здесь нет. Быстрее, 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 быстрее! Блять, нет. Да ну нахрен! А, нет. Шарлотта? Феликс, Сет, вот вы где. Хорошо, что вы целы и невредимы. Ты нигде не ранена? И чем ты, черт возьми... ты набила печь для кремации? Ах, это не моя кровь. Пока вы там ходили, я поняла, что можно забить ее мясными кусками, которые мы здесь видели до того. Неужели? Ты в порядке? Да, прости, что заставила волноваться. Блин, я волновался за тебя. Но вот она... Вот она ты, покрытая кровью, еще более возмутительно радостная, чем до этого. Ну, прости уж за это. Погоди, ты волновался за меня? Это что-то новенькое. Из-за тебя это звучит так, будто я сволочь какая-то. Ну, спасибо, что поверил мне, Сэвет.
Ты вправду мой друг. Я кукловод, а не друг. Да-да, поняла. Тогда лучший кукловод на свете. Блин. А, вот в чем получается логика этого всего этого решения была. Проявлю ли я к ней доверие, оставив ее без присмотра, как говорится. Это, скажем, это даже какая-то метафора взросления, типа... кукловод все-таки, как бы он ни пытался скрыть свои эмоции, по факту является отцом. Мы по факту отец Шарлотте, мы постоянно за ней приглядываем, заботимся о ней. Ну как заботимся? Мы частенько можем подставлять ее под убийство, но всегда ее возвращаем. Все-таки работа работой, но мы все равно испытываем к ней какие-то чувства, я думаю. И это решение по факту и являлось концовкой. Доверимся мы ли мы ей? Дадим наконец-то, так скажем, побыть вне нашего присмотра. Отойдем от своей, так скажем, опекунской... ярой опекунства, ярого опекунства. И из-за этого она, так скажем, станет более независим. Как личность все-таки. И вот тебе решение. Если бы мы не согласились и решили всегда следить за ней, и вот тебе причина. Погибли и все. И мы провалились. Вообще довольно интересная концовка. Так дальше мы, как я думаю, вы понимаете, мы продолжим уже в следующей части. Я, честно говоря, не знаю, какую вообще картинку брать на вид концовки, но, скорее всего, я выберу самую, блин, жуткую. Брррр, бля, какая же эта собака, блин, трехглазая, страшная. Подожди. Нет, кстати, или... Подожди. Кажется... Блин, я не помню, как выглядел библиотекарь. Я не помню, как он выглядел. Ну или она... Нет, это, кажется, он был. Блин, тяжело разобраться в этих полах, блин. Какие пола у этих существ, блин. Тут уже чисто наугад определяй, но вот... Это был библиотекарь, который нас забыл или нет? Но я сомневаюсь, потому что он не такой жестокий. Он буквально нам подсказал, как можно перемотать. Он буквально нам подсказал это. Я сомневаюсь, что подобный довольно спокойный и внятный человек, ну, как существо, будет нас убивать, просто забыв нас. Скорее всего, это такое же существо, просто ярое, психанутое. Но в любом случае, это хорошая концовочка. Неплохо. Хорошую концовочку мы все-таки заработали. Точнее, ну как, мы движемся дальше. По факту, плохая концовка — это просто тупик, а дальше будет еще развитие, я так понимаю. Только жаль, что это только два эпизода есть. Я не знаю, вышел ли третий, надо будет узнать. Но после этой игры я попытаюсь поискать еще подобные игры, как «Привет, Шарлотта». Это пипец как интересно. Кстати, вышла, кстати говоря, игра «Into the Pit». В яму, и такая же пиксельная и жуткая. И именно ее, кстати говоря, мы с вами проходить будем. Я думаю, именно ее я выберу. Потому что, как говорится, у меня FNAF вообще заглох. Я не играю во FNAF Plus, потому что просто эта собака, блин, так трудно, что я постоянно срусь и умираю, и мне просто интереса нет. Так что вот, сделаем так, я думаю. Ну ладно. Там, напишите в комментариях, как думаете. Простите за долгие рассуждения. Просто иногда хочется немножко выговориться. Так, ням. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки и дизлайки тоже на ваше усмотрение. Опять-таки, общайтесь, предлагайте игры для прохождения. Возможно, у вас есть предложения пиксельных игр другие. Пожалуйста, предлагайте, я всегда буду за. Всегда за, и буду рад добавить это все в список. И эти игры я, разумеется, пройду. Пишите свое мнение о видеороликах, говорите, что сделать, может быть, нужно звук где-то увеличить или уменьшить, чтобы просто сделать ваш просмотр максимально приятным и удобным. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на Discord-сервер и на Рутуб. Делайте это просто, чтобы сохранить связь. Вдруг что с Ютубом случится. Все-таки не очень хочется все потерять. Наш канал... Наша семья все растет, а потерять ее мне бы очень не хотелось, скажу вам.
Также жмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы о новых видео знаете, пополните нашу семью. И будете узнавать о видеороликах, о выходе новых видеороликов первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся, товарищи.